Утро 5:30, приехали на утку в Плавне. Вот уже охотнички тут с прицепом перед нами приехали, так что мы не первые. Сейчас будем разгружать вещи. Тут это все барахла много. Загружать лодку. Лодка у нас на машине. Сейчас будем ее загрузились в лодку. Сейчас мы ее столкнем и поедем. Туда. Ветерок северный, свеженький такой, 6 метров, хороший. По такому ветру вроде бы по северному она хорошо летает, но последние времена и ветер не помогает, поэтому будем испытывать, посмотрим. Ну вот мешочки на воде, да? Нашли место. Шпилька не нашли, так вот немножко выступ идет камыша. Немножечко сейчас лодку затолкали. А этот борт придется замаскировать. Ну, для того, чтобы дальше на плюса выдвинуться. Если мы в камыш дальше затолкаем, то будет плохой обзор. А так будет получше. Сейчас будем резать камыш. Немножко резать будем и втыкать его. Будем этот борт лодки левый. Надо будет нам замаскировать его. Вот рянка прошла уже по серому. Сейчас уже все видно стало. Две штучки прозевали, пролетала. Вот одна налетела уточка. Мы ее вывели. Гуси вот летят. Гуси не подошли. Манок у меня где-то потерялся, пока я перезаряжал. Пока этот манок нашел, нечем было подмануть, они улетели. Так могли бы залететь бы. Ну что, ничего, будем ждать. Махалку туда подальше отнесли. Есть чучела. Вот парочка идет, видишь? Вот она. И садится, не долетела. Опа, села. Вот они, парочка сидит. 50 метров. Может, чуть больше. Но светло стало, немножко плоховато маскировка. Сейчас надо, наверное, пойти подрезать камыш, а то реденький слишком. Камыш обтрепанный сейчас осенний. Листьев почти нету. Надо еще добавлять. Там утка летает вдалеке, одиночка. Сейчас пойду, вот мы серпом этим камыш косим. Хорошо, быстро. Выкосили это все место. Это все камыш был. Мы выкосили на скрадок для маскировки. Еще там по бокам обкосили. Вот я косил камыш и увидел гнездо птички, камышаночка называется. Так она, как воробушек, чуть меньше. И вот она гнезда вот делает. Вот камыш. Вот он камыш стоит. И она прям вокруг камыша так сплела, обплела вот это все. Вот она. Обплела. И получилось гнездышко. Гнездышко у нее тут. Вот если будет, камышаночка подлетит, я ее сниму.
камышаночка. Она питается червячками, которые в камыше живут. Клювом туда тоненький, клюв у нее туда пролазит и чик-чик-чик. И выковыривает червячков. Камышаночка. Это ее гнездо. Это у нас тут дальше страдок. Нарезали камыша. Сейчас я нарезал камыша. Вот еще пучок камыша. И сейчас мы добавим маскировочку. Должна. Добавим маскировку. Чтоб птица не боялась, ближе подходила. Налетали утки, но надо было стрелять. Высокая. Ну, подождем, может, ниже. Короче говоря, счастье улетело. Посидим, подождем еще. Налетела крыжак с крыжачкой. Вот. Уточка и селезень. Выбили парочку. Давай вот так вот повернем. Вот мы определяем, если оранжевые, оранжевые лапы, вот этот цвет, это значит северные, вот, а это вот желтые, это значит наша местная. Вот с севера прилетает, это вот уже такие оранжевые, яркие. Видно, они там их отмораживают. Посидим еще. Так, сидим, пока никого нет. Голое небо. Что там у нас? Маскировка хорошая. Мы добавили еще камыша. Да мы обижаемся, тут куда лучше. Я же говорю, Юра, у Копанского мы как-то охотились. Ну, может, то времена были другие, Коля. Ну, приехали, ну, плеса, небольшое плеса. И мелководное, примерно как здесь, ну, правда, поросшее. Он берет ящик из-под помидора, ящик. И вот так пучочек, маленький пучочек камыша срезал и пошел. Что ж ты думаешь? Он ее так вот раз, раз, раз поставил с вот такими промежутками, с большими. Понимаешь? И на этот ящик вертикально его поставил. И одну подсадную кинул. Она крякает. И что ж ты думаешь? И закручивается. Бах есть, бах есть, бах есть. А мы смотрим на берегу, наблюдаем за ним. А он вот это, а он стрекочет. Он десяток их налупил только так. Нам такое не снилось. Вот мы его видим полностью, он просвечивается. Понимаешь, там внутри камышинки воткнул и на ящик. И сидит, правда, не шевелится. И она, это кря-кря-кря, а уточки, круть-круть-круть. Ну, то времена такие, сейчас птица бах, уже не нет. Та пугливая. Да, да, сейчас, сейчас он камыша, сколько мы, сколько камыша прям вот сверху прям сейчас все. Сейчас у нее малейшее полностью подозрение. В камышах все. А камуфляж какой? Да. Вот я сижу, смотри, на уровне с камышом, вот такой камуфляж. Да. Это ж куда еще лучше? Тут он все. Камыше и прям сверху закрывается. А ты не помнишь, как ты по воде шел вот в этот камуфляже, вот в таком. А я говорю, Коля, смотри, летит. А ты раз остановился и присел чуть, прям на воде. И она спокойно налетает, и мы ее стреляем. Ну, ну ты же сейчас не налетает, сейчас подлетает. И вот сколько сегодня было моментов, она вроде подходит, подходит, раз и отошла, и ну, единственное, не достанешь. Единственное, что северная не так пуганая. Ну вот вроде и северная, что-то это лапки оранжевые, это северная. Ну это хорошо подлетело. Да. Что, махалку мы подальше отнесли, что мы заметили, что к ней подходит птица и отпугает, она немножко пугается, отходит. Да. И мы чуть в сторону, чтобы она оттуда пугалась и на нас летела. Да, чучела между нами как раз. И махалка и чучелами. Ну, пока некому лететь. Налетел селезень. Выбили его. Сейчас вот он, сейчас приближу. Лапами дергает. Подергает, подергает. Он лапами дергает. Подергает, подергает лапами. Так, вот удаляем. Кажется, вот так далеко, на самом деле метров 20 до него. Еле видно.
сложили всех в кучу, вот 6 штучек. Может, телефон отключится, уже зарядка слабая, что нечем будет снимать. И сейчас буду, наверное, щипать уже, приступать, чтобы время не тратить дома. Сейчас я начну щипать. Потихоньку, потихоньку настреляли 12 штучек. 6 я вот уже себе общипал вот это в ведро. Вот, вот столько дичи. 12. Так что будем собираться домой уже. И хорошая охота. Да, уже 12 час. Все, собрались. Лодку поставили, все упаковали. Получилось 14 штучек. По 7 штучек я свои пощипал уже. Ведерко сложил. Тарик там еще не общипанный, думаю, будет щипать. Все, собрались. Так что удачная сегодня охота получилась. Первый раз в этом сезоне. В этом сезоне первый раз так получилось. А то одна, две, три или ни одной. А сейчас вот повезло нам. О, бахают там в плавнях эти ребята еще. Остались еще. Пошли, бахают. Ну ладно, поехали мы домой. Все, пока всем.